А сейчас я вам составлю свой личный топ в Цзыпцзы парке аттракционов. Первое место, конечно, занимает вот тот батут. Батут для больших детей. Вообще зачет. Второе место — вот этот пиратский корабль. Отличный батут, прямо чтобы скатываться. Ну, а последнее место, третье, занимает вот такая вот сбивалка, как в компьютерной игре. Я во многих видел эту штуку, но всегда хотел попробовать. Всем привет, это канал Turkish People. Меня зовут Андрей, я жгит по Анталии. Сейчас мы идем в большой подутренний центр в Анталии. Называется он Zip Zip Park. В этом видео мы покажем и все расскажем. Zip Zip Park работает по сеансам, по 2 часа каждый, начинается с 10 утра, вот видите, вот сеансы 1, 2, 3, 4, 5, вот видите, да? Мы вот сейчас идем на 17.15. Работают все дни, кроме вторника. Вторник у них день уборки написано. Есть у них официальный сайт, можно это сеанс и там посмотреть. Дети от 2 до 15 лет — это платно. Вы знаете, сколько стоит? Один ребенок, чтобы попрыгал здесь 2 часа, стоит всего 15 лет. Вот я за своих троих детей заплатила всего 45 лет. Ну, взрослые, конечно, бесплатно. Вот у меня, у моего старшего сына даже спросили, какой его возраст. Но он хочет там прыгать, и он сказал, что ему 13 лет. Ну что, сейчас пойдем? Пойдем сейчас. Ходить нужно строго по времени, по сеансам, и выходить сразу же. Да, у нас еще есть 7 минут, и, конечно же, их не выпускают. Нам сказали, проходите в кафетерию, ждите здесь. Видите, сколько тут людей ждет? Просто есть люди, которые ждут предыдущего сеанса. Такое миленькое тут местечко. Ну да. Сейчас где-то присядем. Да, подошли к кафетерии, смотрим, что у них здесь есть, и попить, и поесть. Потому что говорят, даже воду нельзя туда проносить, что якобы проверяют. Но мы посмотрим, у меня в сумочке есть маленькая бутылочка. Я взяла специально, чтобы проверить, посмотрят меня на этот раз или нет. Хотя в прошлый раз проблем не было. Вот, смотрите, есть у них пицца. Вот 14-15, самый лучший корешик, смешанный, 19 лет. Есть даже кофте, он 19-20 лет. Попить кока-кола 5 лет. Все, все напитки такие. Ага, вот гамбургер вот 16 лет, чизбургер 17, даже все разрисовали, на что как это похоже. Проходим. Вот мы входим. Отдаем наши билеты. Бер и Гюдюч. Вот, смотрите, проходим. Знаешь, я сначала подумал, что это лифт. Да, это вот такой вход. Вот. О! Ой, заходите, а я потерялась. Давайте, проходим. Ой, пока! А что мы застряли? Так, только... А здесь нужно развиваться? Да, здесь нужно развиваться. Вау, просто, да? Да, большой, огромный батут. Это, видите, надувная крыша, это огромный вот палатка. Давай пройдем, смотри. По ванне. О, посмотри, тут есть такие шкафчики, в них кладете. А интересно, а где ключики? Или они просто складывают? Да, просто складывать нужно. Давайте обувь нужно обязательно снять. Да, и потом идти просто прыгать. Смотрите, сколько всего тут. Для взрослых там есть бахилы, я вот видела. Да, видите. Ну, сейчас мы все пройдемся, покажем. А, кстати, вот такая бутылочка воды, и спокойно можно проносить. Я уже не первый раз такой беру. Вот такого размера. Как самолет. У моего братика сегодня день рождения, поэтому мы решили приехать в Zip-Zip Park. Ну что, сколько тебе годиков исполнилось? Два! Или нет? 4 тебе! 4 годика, наконец! Дома мы подарили ему подарки и показали об этом видео. Зажигать не успеваешь. Хорошо дует. Ну, подрос уже. Подожди. Большой, сильный. Давайте с днем рождения! Рождения! Владимир, днем рождения, малыш, днем рождения, днем рождения. Давай задувать. Днем рождения, малыш. Это, конечно, не BMW-шка, но большая машина. С днем рождения, сыночек. О, едет. Давай. Посмотри, как будет ездить. Точно такая же. Вот сюда, 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 сюда.
сюда. Во. Вот Аня уже хочет туда на горку. Смотри, тут есть возрастные ограничения. От 2 до 6 лет. Тут все очень мягкое, предусмотрено. Ну, дети, по-моему, постарше здесь катались. А вот смотри, какая большая, классная. О, там можно попрыгать. А тут эта горка. Слушай, мне очень страшно, от 5 до 10 лет. Ну, будем считать, что тебе 10, ты тоже там сможешь прокатиться. А вот смотри, сидит девочка, и я. И следит. Ага. Посмотри, какие лазилки там. Вау, просто. Гляди, как красиво. Вот это маленькие батуты. А это большие батуты. Да. Продолжение начинается. Там трамплины есть. Сейчас мы все вам покажем, а потом мы это все попробуем. Я, между прочим, тоже имею право попрыгать немножко. Вот там, где большая. Вот, для самых больших взрослых. Ой, там даже баскетбол можно поиграть. Ну что, я пошел? Давай до конца все обойдем. Ладно, давай, посмотри. Тут такие уже надувные. И вот смотри, совсем не жарко. Очень хорошо кондиционеры здесь работают. Хотя на улице почти плюс 30. Ну, развлечений очень Ой, много. Смотри, для больших, а что тут делать? А ты посмотри издалека. Это залезть надо и, наверное, съехать. Да ладно. От 4 до 15 лет. Да, она будет вот так вот туда-сюда кататься. Прикольно. Обязательно все попробуем. У нас есть 2 часа, один сеанс. Такие предвечерний. Слушай, а это от 7 до 15 лет. Тоже залазить, скатиться. Вау, я прям в предвкушении. Потом обязательно составлю топ самых таких вот интересных, опасных. Ой, мам, смотри, какое развлечение там есть. То есть ты когда-нибудь видел вот сбивалку такую вот? Это как в компьютерной игре. Да. Давай дойдем и потом туда вернемся. Тут уже для постарше. Посмотри. И мне очень нравится то, что у нас вот в Москве половина таких вот развлечений именно для маленьких детей, а для больших ничего не делают. Тут основано не только для маленьких, для малышей, там отдельная секция для них, а прямо и для больших. А это что за синий? Это 8D кинотеатр. Это когда тебя крутит, вертит. Ага, он платный, дополнительные деньги заплатить. Написано 8D Cinema. От 5 лет и старше. Стоит 5 лир один человек. Мы побежали. Там прям такой объемный звук. Вот, а здесь взрослые. Можно спокойно посидеть, попить чай и, в принципе, понаблюдать, что здесь происходит. Ну, то есть, конечно, у вас не очень маленькие дети, за которыми надо бегать. Я хочу вот на тот аттракцион посмотреть и прям первым его опробовать. Давай, мы сейчас поменяемся, я буду тебя снимать. Давай. Я думаю, вам будет с нами очень интересно посмотреть, как мы падаем. Да. Так, где залазить? С 7 до 15 лет. Пролезай, вот сюда. Опа. А это, между прочим, проиграл. Так, первая, одна жизнь ушла. Так, вторая жизнь ушла. Вот смотри, как девочка хорошо прыгает. Опа! Слушай, это очень страшно. Я думала, это очень легко. Потому что он надувной. Нагнуться надо. Оп. Вот
пошел. Пойдем следующее. Так, вот забрались наверх. Так, первый пошел. Именинник первый приехал. Таня! Так, с днем рождения тебя. Оба. Ну как? Отличаются батуты? Он у него спросили, сколько ему лет. Простите, до 15 горка. Да. Ну спасибо, что я такой вот большой. Пойдем дальше. Не, ну классно, здесь такое большое место. Мы неоднократно ходили в Джорки Джоя в Москве, и там можно было прыгать даже взрослым, там было только ограничение по весу. А здесь вот только ограничение по возрасту. В общем, зрение развивалось, могла одеть бахилы и ходить, как все взрослые здесь. Но я все равно имею право залезть, если у меня маленький ребенок, потому что здесь не залазит. Да, я немножечко расстроилась. Здесь он повыше. Посмотри, какие детки тут играют. Ну, здесь никто не контролирует. Контролировали только на батутах. Да, потому что там опасно. Забирался туда. Ой, тут за сеточкой. Батуты здесь отличаются, да? Они такие. Смотрите, какая Аня хитрая, как она играет. Она просто лежит. Берите себе на заметочку. Посмотри, какая она хитрая. Все прыгают, она просто легла. Так, вот здесь такой персонаж. Ну, естественно, фотографии с ним платные. Куда мы опять пришли? Куда хочешь? Сюда? Ой, а смотри, там шарики есть. Иди сюда. Пойдем. Залезай. Всех. Кто это у нас уже сидит?
Я устал, честно. А нам... А прошел всего-то один час, и нам еще час прыгать. Ну да, это нужно немножко попить водички и опять начать прыгать. Да, мы уже купили водички здесь. Бутылочка стоит 1,5 лиры, совсем нормально, по-божески. Ну, честно, мне понравилось. То есть развлечения тут для всех видов возраста. Ну, до 15 лет, как они тут пишут. В принципе, прикольно, на батуты классно попрыгать. Но остальные развлечения, вот, типа таких вот, они везде есть. Но зато, знаете, вход 15 лир стоит, я считаю, это классная цена за 2 часа. Так, старший брат, иди помогай. А знаете, о чем я подумал? Это, я вам говорю, 100% копия трапа в самолете, когда случается аварийная посадка, вот такой открывается. Ох, ну, конечно, повыше немножко, но прям вот то же самое. Хотя, в принципе, я не пробовал, но по ощущениям прям такой похожий. Мы не пробовали эту жизнь. Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше здесь, на батутном центре. Я понимаю, что это один из самых лучших батутов здесь. Я уже надувных. Раз поднимаюсь туда-сюда, туда-сюда. Мама решила тоже попрыгать. Ощутить себя снова ребенком. Да. Вы, наверное, все захотели теперь попасть в Zipzig Park. Я вам расскажу, где он находится. Он находится рядом с Алтагаром. Прямо вот остановка Алтагар. Это автовокзал города Анталии. Мы в нашем описании обязательно оставим геолокацию. И всех приглашаем в этот парк. Вам очень понравится. Ваши дети будут просто счастливы. Спасибо, что досмотрели. Я думаю, интересный этот выпуск до конца. Забудьте ставить лайки. Что делать? Подписывайтесь на наш канал. Я думаю, они уже подписались. А еще нажмите на колокольчик. Обязательно. Еще у меня есть Инстаграм. Ссылочка в описании. Да. Всем пока. Пока.